дискотека 80-х. Rock and Dance. Итак, друзья, всем еще раз добрый день. С вами, как всегда, Мурзилки Интернешнл, Брагин, Гордеева и Захары. Чуть более 4 часов остается до начала 11-го международного фестиваля авторадио «Дискотека 80-х». Это время мы коротаем в студии в замечательной компании, и к нам приходят те самые звезды, которые сегодня вечером в Олимпийском в очередной раз докажут, что «Дискотека 80-х» — это самое яркое, самое танцевальное и самое грандиозное шоу. Ну, вообще, приятно так говорить, что сегодня с утра мы уже пообщались и с Сиси Кейчи, и с Bad Boys Blue. Ну, и сейчас мы готовы с распростертыми объятиями встречать 3 очаровательных дам, которым сегодня будет распускать олимпийские и подпевать каждую их песню, потому что это любимые песни и любимая группа. Итак, в студии Авторадио группа Арабески! Неожиданно я так сделал специально. Здравствуйте! 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 Видеть этих очаровательных дам можно у нас на сайте Авторадио.ру в прямой трансляции, так что лицезрейте. Друзья, мы очень рады, ну, уважаемые дамы. Подруги, да. Да, подруги. Мы очень рады, что вы прибыли к нам. Нам это очень приятно. Это впервые на нашем фестивале. Но в России, как мы понимаем, вы не первый раз, довольно часто здесь бываете. Вам нравится Россия? For sure. So we have been here, touring here since 2006. Мы сюда приезжаем с гастролями уже с 2006 года. И за этот период, мне кажется, были здесь раз 150. Обожаем Россию и вообще все страны бывшего Советского Союза. Нам кажется, что здесь очень интересно. Наверное, поэтому... ваша коллега Микаэла, да, знает русский язык, но, во всяком случае, немного. Yeah, so when we started to come here to Russia, действительно, когда мы стали приезжать сюда, в Россию, то поставили себе задачу выучить немножко русского языка и немножко подучили себе несколько фраз по-русски. Так что сейчас вполне себе можем заказать еду и какие-то общие фразы, общими фразами обменяться. Понятно, что Москва, Санкт-Петербург — это такая обязательная программа. Какие еще города больше всего запомнились? So many, especially if you go deep, 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 deep Siberia. It's amazing. Особенно интересно было поехать в такие города, которые располагаются далеко-далеко в Сибири, потому что эти города для нас наиболее экзотичные. Зачастую мы оказывались в таких местах, в таких регионах, о которых даже никогда и не слышали. И эти города, вы знаете, вот эти вот, не только сибирский Ярославль, очень интересно нам было провести там время, в Загорске было интересно. Югорск тоже ничего, кстати говоря, да. Урюпинск — это прекрасный город. Там все. It's always interesting what they eat. Because when we have всегда интересно местные продукты, чем питаются люди в этих регионах, таких далеких и холодных. Как-то в одном из них нам подарили такую большую, огромную замороженную рыбу. Мы ее везли с собой в Германию, и все втроем питались ей целый месяц. Микаэл, еще один такой вопрос. Узнали, что вы увлекаетесь нумерологией и гадаете на картах Таро. Ну, есть вопрос. Конец света будет 21 декабря, нет? Never, ever. But something will change. Не конец. Это будет начало чего-то нового. Это точно не конец света, это обновление, изменение. Конец света отменяется, да, здравствует дискотека. Мы, скажем вам по секрету, договорились и споемся сейчас с арабесками прямо в прямом эфире на Авторадио. Легкая распевка перед дискотекой 80-х. Друзья, Мурзилки Бэнд, музыку, поехали! Зажжем! Здравствуйте! Let's drink some vodka. Yeah. Well, Mr. Handsome, why don't you get one? No problem, зайчик. Держи стаканчик. We dance the night away. We have no time to Oh, 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 oh. Hey, big romancer. Oh, 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 oh.
the midnight dance. The band goes Latin, his eyes go satin. Налью текила, все будет мило. Oh, yo te quiero, my caballero. В кабриолете в отель поедем. We dance the night away. We have no time. Спасибо! Вам огромное спасибо за то, что нашли время и перед дискотекой заглянули к нам сюда, в студию Авторадио. Но теперь, наверное, пора готовиться, пора лежать. Yes, thank you very much, and we hope all the audience will have a good mood and party with us. Yes! Let's have a party! Bye-bye! Спасибо, давайте выделиться. Ну, в принципе, без перевода, все понятно. Арабыски,